Платить за аренду муниципальной земли в зависимости от того, что на ней размещено. Городские депутаты предлагают ввести специальный коэффициент. Допустим, какое-то предприятие, там храм имеет какой-то большой парк перед собой. Да? То есть, и обращаю ваше внимание, что 0,5 га благоустройства стоит 500 000 рублей в год. И еще одновременно нужно все асфальтировать, ставить лавочки, малые формы и так далее. То есть, это все не дешево. Арендаторам предлагают дифференцированный подход. В списке несколько десятков позиций. Например, размещение кабинки туалета площадью 1 квадратный метр в год обойдется предпринимателю около 7 тысяч рублей. Плата в месяц составит порядка 600 рублей. За 5 месяцев хозяин летнего кафе заплатит за аренду муниципальной земли 87 354 рубля. Введение коэффициента специалисты мэрии уже обсудили с гильдией рестораторов и ательеров, которые поддержали дифференцированную плату. Это позволит предпринимателям быстро заключать договоры, прозрачно вести свой бизнес и заранее планировать расходы. Были внесены изменения в регламентирующие положение данного постановления правительства Новосибирской области, положение о необходимости установления этого коэффициента, чтобы плата, с одной стороны, была соразмерно действительно рыночной стоимости, используемой для коммерческой деятельности, а с другой стороны, ни у субъектов предпринимательской деятельности, ни у органов местного самоуправления не было сомнений, возможно ли данный механизм применять для осуществления коммерческой деятельности. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!